Приветствую вас на своем канале. В сегодняшнем видео мы с вами свяжем вот такую замечательную шапочку-кошечку с ушками и с ушками с завязочками. Данный размер шапочки в высоту в нерастянутом виде, то есть просто вот как она есть, 17 сантиметров. В полуобхвате вот здесь вот 18 сантиметров, тоже в нерастянутом состоянии. Данная шапочка на размер где-то 46-48 где-то сантиметров. Если, в принципе, вязать свободной вязкой, то даже до 50 смело подойдет. Она довольно-таки крупной вязки, вот, крупной ниточкой, поэтому, в принципе, мне кажется, что подойдет вот так вот для более, скажем, большей головы. Вязала я в одну ниточку, и, вы знаете, получилась довольно-таки хорошая шапочка. Такие вот тоненькие ушки, довольно-таки тоненькая шапочка, но подойдет для прохладной осени. То есть довольно-таки, на мой взгляд, получилась симпатичная. Главное, закрытые ушки, большой плюс. Ушки здесь, значит, модненько. И, в принципе, можно связать такую шапочку как мальчику, так и девочке, в зависимости от выбранного вами узора. В принципе, я заметила, что сейчас и мальчикам вяжут кошечки с ушками, поэтому, в принципе, можно связать и для мальчика. Если вам понравилось, не забудьте лайкнуть, присоединяйтесь, вяжем с вами вместе. И на данную шапочку ушло где-то третья часть моего моточка. Целого мотка достаточно будет для шапочки и снуда под нее. Для вязания нам понадобится пряжа. Я буду использовать фирму Гималая Суперсофт Ярн. Более подробно об этой пряже вы сможете посмотреть отдельное видео. Ссылочку смотрите в описании под этим видео ниже. Также я буду использовать два номера чулочных спиц. Это 3,5 для вязания ушек и резиночки. И номер 4,5 для основного вязания. Также будет использоваться одна спица для кос. Можете, в принципе, использовать одну из спиц, которыми будете вязать резиночку. Они нам потом отложатся, не понадобятся, поэтому одну из них вы можете использовать для перекрещивания жгутиков. Теперь нам понадобятся ножнички, крючок, один маркер либо булавочка и сантиметр. Начнем мы вязание с ушек, поэтому берем 2 спицы и набираем 4 петельки на одну спицу. Начальные 2 и затем еще 2 петельки. И поворачиваем на вязание первого ряда. Первый ряд это у нас будет изнаночный ряд, поэтому ниточку ставим перед работой и все абсолютно петельки, начиная с первой и заканчивая последней четвертой, вяжем изнаночными петельками. Вот так вот. Провязали все петельки изнаночные и разворачиваем на лицевой ряд. В лицевом ряду в каждом последующем мы будем делать прибавления, а в изнаночном вязать все по рисунку. Сейчас в лицевом ряду первую кромочную снимаем и дальше между первой и второй петелькой поднимаем вот этот промежуточек. Вот так вот. Если вы растянете 2 петельки, поднимаем промежуточек на левую спицу и дальше вяжем, можете даже не высовывая спицу, вяжем перекрещенной лицевой петлей этот промежуток. Дальше вяжем 2 лицевые и между предпоследней и последней петелькой снова поднимаем промежуточек. Одеваем на левую спицу и за дальнюю стеночку, не вытаскивая спицы, вяжем лицевой. Последняя с лицевой стороны петелька лицевая. Дальше поворачиваем на изнаночный ряд и у нас уже вместо 4 петелек, обратите внимание, 6. Первую снимаем не провязанной и дальше все остальные петельки вяжем изнаночными петлями. Дальше в лицевом ряду разворачиваем, снова будем добавлять 2 петельки. Кромочную снимаем. Дальше поднимаем промежуточек между первой и второй петелькой и не вытаскивая спицу, вяжем сразу же его лицевой петелькой. То есть накинули вот этот промежуточек и сразу же вяжем лицевой. Средние 4 петли вяжем также лицевыми петельками за дальнюю стеночку. И между последней и предпоследней петелькой снова поднимаем промежуток, накидываем на левую спицу и сразу же вяжем его лицевой. Последняя кромочная петля в лицевом ряду лицевая. Мы добавили 2 петельки, поэтому с изнаночной стороны у нас уже 8 петелек. Первую снимаем и 7 вяжем изнаночными петлями. То есть с изнаночной стороны вяжем изнаночными петлями. Дальше поворачиваем на лицевой ряд и снова сделаем 2 прибавочки. Кромочную снимаем, дальше поднимаем промежуточек между первой и второй спицей и вяжем лицевой петелькой. Средние 6 лицевых. Так и вяжем 6 лицевых. И между предпоследней и последней петелькой поднимаем снова промежуточек. Вот он у нас.
накидываем на левую спицу и сразу же вяжем лицевой. Последняя петля в лицевом ряду – лицевая. И у нас снова добавилось 2 петельки, поэтому на спице у нас уже 10 петелечек. С изнаночной стороны кромочную снимаем и все 9 изнаночных вяжем по рисунку изнаночными петлями. То есть ушко у нас, как вы уже поняли, лицевой гладью. С изнаночной стороны это изнаночная гладь, а с лицевой стороны вот она лицевая гладь. И снова продолжаем увеличивать наше ушко. Кромочную снимаем, дальше поднимаем промежуток между первой и второй петелькой и вяжем лицевой петлей. Дальше вяжем средние петельки, 2, 4, 6, 8 петель лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И между предпоследней и последней петелькой поднимаем промежуточек, вяжем лицевой петелькой за дальнюю стеночку. Кромочная последняя петля, лицевая. Поворачиваем на изнаночный ряд, первую кромочную снимаем и все петельки дальше вяжем изнаночными петлями. Повернув на лицевой ряд, снова кромочную снимаем петлю и между первой и второй поднимаем промежуточек, который вяжем лицевой. Затем вяжем средние 10 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И между предпоследней и последней петелькой снова поднимаем промежуточек и вяжем за дальнюю стеночку скрещенной лицевой. Кромочная петля лицевая. И на спицах у нас уже 14 петелек, поэтому с изнаночной стороны кромочную снимаем и дальше довязываем до конца ряда 13 изнаночных петелек. Поворачиваем на лицевую сторону, снова кромочную снимаем, дальше между первой и второй петелькой поднимаем промежуточек, вяжем скрещенной лицевой. Средние наши 12 лицевых, так и вяжем 12 лицевых по рисунку. И между предпоследней и последней мы добавим последний раз петельку между вот так вот предпоследней и последней петелькой поднимаем промежуток и вяжем за дальнюю стеночку скрещенной лицевой петлей. Последняя петля у нас лицевая с лицевой стороны. Дальше поворачиваем на изнаночный ряд, первую кромочную снимаем и дальше довязываем до конца ряда 15 изнаночных петелек. И вот мы сделали расширение с 4 изначальных петелек до 16 петелечек. И у нас получилось вот такое замечательное ушко. Таких ушек вам нужно сделать 2 штучки. И совершенно не обращайте внимания на то, что оно пока у вас такое вот закрученное, непонятное. При довязывании до конца шапочки все станет на свои места, при том, что здесь еще будет у вас жгутик замечательный присоединяться. Поэтому, в принципе, не обращайте на это никакого пока внимания. В принципе, можно это ушко, так как у нас здесь изначально набирается 4 петельки, можно начать с полого шнура, который постепенно потом начинается расширение на ушко. Если вам удобно сделать полый шнур вместо жгутика, можете начать с полого шнура, а затем расширение делать на ушко. И вот таких вот ушка мы свяжем 2 штучки. Первое ушко довязав, отрезаете ниточку небольшую. Вот так вот оставляете буквально сантиметров 7, можете 10 сантиметров, для того, чтобы нам красиво было заправить удобно краешек ниточки. И второе ушко, когда свяжете аналогично первому, ниточку не отрезаете. То есть у вас должно быть одно ушко с коротеньким краешком ниточки, а второе с рабочей нитью. И сейчас я вам расскажу изначально, как мы будем строить, скажем так, нашу мнимую выкройку для шапочки. Мы сделали 2 ушка по 16 петелек расширения с 4 петелек. На спинку, на заднюю нашу часть шапочки будем набирать 18 петелек. На переднюю будем набирать 30 петелек, но для перехода и закругления шапочки с передней стороны мы будем набирать по 2 петельки еще с каждой стороны по ходу вязания, скажем так, соединения, замыкания в круг. Вот, поэтому изначально мы, сделав 2 ушка, сейчас будем замыкать вязание в полукруг, присоединяя заднюю сторону шапочки, а затем, постепенно делая расширение для закругления передней стороны, наберем 30 петелек для переда. То есть всего у меня получается для вязание данного размера должно получиться в итоге 84 петельки, которые отлично делятся на 4, то есть кратное 4 резиночки 2 на 2 раппорту,
Вот. В принципе, можно для увеличения размера набрать на спинку 22 петельки, расширить ушки до 18 петелек вместо 16, то есть еще 2 ряда провязать, расширение ряд лицевой и изнаночный уже 18 петелек итоговых. Затем по 2 петельки с каждой стороны так и делать нужно расширение и на переднюю часть 34 петли. Но это для тех, кто хочет увеличить размер. А мы пока будем вязать для данного размера постепенно, скажем так, замыкая круг, 84 петельки. Поэтому, связав сейчас вот эти два ушка, берем в руки то ушко, на которое у нас рабочая ниточка. И начинаем сразу же для закругления ушка прибавлять вот эту первую петельку с одной стороны. Итак, кромочную снимаем, будем считать ее кромочной. Затем между первой и второй петелькой поднимаем одну петлю, как мы это делали на ушке. И вяжем за дальнюю стеночку лицевой сразу же. Дальше все остальные петельки довязываем просто лицевыми петлями. Довязали последнюю лицевую петельку на первом ушке и теперь откладываем левую спицу в сторону и берем безымянным мизинчиком, натягиваем рабочую ниточку, при этом большой палец заводим под рабочую нить, вот так вот, захватываем с другой стороны рабочую нить и как бы одеваем петельку на спицу правую. Снова натянули ниточку, под низ завели большой пальчик и рабочую ниточку вот так вот захватили с другой стороны. У нас уже одета на правую спицу 2 петельки воздушные. Делаем третью петлю, четвертую, пятую, шестую и так далее. До 18, седьмую, восьмую, девятую, десятую, одиннадцатую, двенадцатую, тринадцатую, четырнадцатую, 15, 16, 17 и 18 последнюю петельку. Для тех, кто будет вязать больше размер, то набираем 22 петли. Дальше, смотрите, наши петельки для спинки шапочки набраны. Теперь берем сразу же второе ушко и присоединяем вот этот короткий краешек ниточки, который у нас отрезался, к рабочей ниточке. Вот этой, то есть к нашей рабочей ходовой нитке. Вот так. И теперь сразу же продолжаем вязать второе ушко. Все петельки до последней петли нам нужно провязать лицевой. То есть вот так вот все петельки вяжем лицевыми. При этом несколько первых петелек я провяжу 2 вместе ниточки, рабочая и короткий краешек, как бы параллельно заправляю краешек ниточки. Затем вот этот хвостик я бросаю и дальше продолжаю вязать только рабочей ниточкой до последней петельки, то есть не довязывая одну последнюю петлю. А затем смотрите, что мы делаем. Мы уже, получается, в начале прибавили одну вот эту петельку. Вот здесь, как вы помните, мы поднимали между первой и второй петлей одну петельку. И теперь между предпоследней и последней петелькой мы также поднимаем промежуточек, одеваем на левую спицу и вяжем за дальнюю стеночку лицевой. Последняя петелька у нас лицевая. Теперь поворачиваем наше вязание и смотрите, первую петельку мы как кромочную должны по идее снять, но сейчас с этого момента мы перестаем снимать петельки, у нас уже кромочных так таковых нет, поэтому в этом ряду в изнаночном, просто развернув вязание, вяжем все петельки изнаночные, при этом у нас уже должно быть на спице петельки ушка, плюс по одной петле мы добавили с каждой стороны, плюс петельки вот этой спинки из 18 петелечек набранных воздушных. Здесь у меня по 2 ниточки рабочие. Если вы завязывали вместе со мной краешек ниточки, то обратите внимание, чтобы вы провязывали обе вот эти вот петельки из 2 ниточек рабочие и вот этот хвостик. Теперь вот эти набранные 18 петелек мы также вяжем просто изнаночными петлями. Вот так вот. И продолжаем вязать до самого-самого конца, включая последнюю петельку, изнаночные полностью все петельки.
Довязали до конца все петельки изнаночные и повернули на лицевую сторону. Сейчас в лицевом ряду мы также должны будем добавить по одной петельке с каждой стороны. Но сейчас, начиная с этого ряда, мы начинаем формировать резиночку 2 на 2. То есть, смотрите, мы пока вяжем поворотными рядами, довязав изнаночный ряд, разворачиваем на лицевой и сразу же вяжем первую петельку изнаночной петлей. То есть, как бы нашу первую кромочную, я вам уже говорила, что кромочных уже перестает быть. Мы сейчас уже плавно будем замыкать вязание в круг. Поэтому уже кромочные убираем, а просто вяжем первую петелечку изнаночной петлей. Дальше между первой и второй петлей поднимаем промежуток. Но одеваем его так, чтобы можно было провязать скрещенной изнаночной петлей. То есть, чтобы не было дырочек. И нам вот эту петельку нужно провязать сразу же изнаночной. То есть мы провязали первую петлю изнаночной, далее добавочную петлю дополнительную, вот эту вот вторую, провязали изнаночной, а дальше вяжем 2 лицевые петельки. То есть мы начинаем формировать резиночку 2 на 2. 2 изнаночные, 2 лицевые. Дальше продолжаем вязать 2 изнаночные петли, 2 лицевые. Снова 2 изнаночные, 2 лицевые. 2 изнаночные, 2 лицевые. И так вяжем, продолжая довязывать первое ушко, чередуя 2 изнаночные, 2 лицевые. Петли спинки, то есть с задней стороны 2 изнаночные, 2 лицевые. И петли второго ушка. Нам нужно довязать до последней вот этой петельки. То есть чередуете, продолжаете 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые. До последней петельки второго ушка, то есть довязав до конца ряда. При этом обратите внимание, что изнаночные петли я вяжу за дальние стеночки, а лицевые также вяжу за дальние стеночки, вот сейчас как ложатся петельки по ходу вязания. То есть смотрите, вот они у нас, 2 лицевые за дальние стеночки, 2 изнаночные за дальние стеночки, вот так вот. И по кругу в дальнейшем я буду вязать там, где у нас изнаночные петли, буду вязать за дальние стеночки, а лицевые буду вязать за ближайшие передние стенки, для того, чтобы красивая косичка ложилась в наше вязание. Довязали 2 лицевые петельки и осталась 1 кромочная петля. Поэтому поднимаем промежуточек и перекрещиваем его сразу же, одевая на левую спицу. Дальше ниточка перед работой и вяжем эту добавочную петельку изнаночной петлей. И последняя петля также изнаночная. То есть смотрите, по чередованию резиночки 2 на 2 у нас идут 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. В конце, довязав 2 лицевые, у нас по идее по рисунку должны быть 2 изнаночные. Мы довязали 1 изнаночную, при этом добавленную вот эту последнюю петлю изнаночную, вот здесь вот мы довязали как бы по рисунку раппорта резинки 2 на 2. Если у вас петелечек больше, то соответственно у вас будет чуть-чуть больше провязано количество раппортов узора резинки 2 на 2. Сейчас разворачиваем на изнаночную сторону и будем вязать изнаночный ряд. При этом будем вязать его по рисунку. Смотрите, у нас идут первые 2 лицевые петли в изнаночном ряду. Так и вяжем 2 лицевые петли за дальние стеночки. Дальше 2 изнаночные. Мы вяжем 2 изнаночные за передние стеночки. 2 лицевые за дальние стеночки. 2 изнаночные за передние. И так вот чередуем по рисунку 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, включая все петельки в ряду. То есть нам нужно довязать до самого конца ряда, чередуя 2 лицевые, 2 изнаночные. В конце заканчиваем 2 лицевыми и разворачиваем на лицевой ряд. Ряд у нас начинается с 2 изнаночных. И сейчас я вам предлагаю в этом ряду провязать, разделив хотя бы на 3 спицы, вот это наше вязание. Для удобства вязания, как бы дальнейшего замыкания в круг нашей шапочки. Итак, смотрите, у нас идут 2 изнаночные, так и вяжем 2 изнаночные сразу же. Дальше 2 лицевые, так и вяжем 2 лицевые. Дальше 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые и так далее. Просто вяжем по рисунку этот ряд. Но при этом делим хотя бы наше вязание на 3 спицы. То есть не на одной, а уже, допустим, довязав одно ушко,
меняете спицу и вяжете, продолжаете на спицу уже вторую. Вязать дальше 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. Как вы поделите, пока не принципиально. То есть просто пока свяжите на несколько спиц, чтобы нам было удобно вязать дальше. При этом я сейчас пока довяжу максимально больше на вторую спицу. Вот, а на третью спицу только лишь вот здесь вот довяжу буквально немножечко конец нашего вязания. Я потом расскажу вам, для чего это. Довязали ряд двумя изнаночными, и теперь пришло время как раз-таки нам набирать петельки для переда. Их у меня 30. Для большего размера набираете 34. Точно так же, смотрите, подтягиваем дальними пальчиками вот так вот ниточку рабочую, и заводя большой палец под рабочую нить, начинаем набирать петельки, захватывая дальнюю стеночку. Вот так вот. Я набрала 3 воздушные петли, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 27, 28, 29 и 30. Набрали 30 воздушных петелек, а теперь смотрим, чтобы у нас не были перекрученные спицы и петельки. Вот так вот, смотрите, должно быть все ровненько и красивенько. Будем уже непосредственно замыкать вязание в круг. Для чего я вам говорила набрать вот эти петельки, провязать последние буквально немножечко, для того, чтобы нам было сейчас удобно набрать рабочие петли, замкнуть вязание в круг, а затем постепенно я перейду на 4 спицы рабочие, ну и пятая ходовая. Замыкаем вязание сразу же. Начинаем вязать первые 2 петельки, как у нас по рисунку шли они 2 изнаночные, так и вяжем 2 изнаночные петли. Причем изнаночные я вяжу за дальнюю стеночку, начиная с самой первой петли. И хорошо рекомендую вам подтянуть 2 начальные петельки. То есть, когда вяжете, прям хорошо подтяните, не стесняйтесь, для того, чтобы нам максимально вот здесь вот зажать, скажем так, начальные петли, и не было никаких зазоров и некрасивых растянутых вот здесь вот ниточек. И дальше продолжаем 2 лицевые вязать, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. И я постепенно при вязании этого ряда перейду на 4 спицы. При этом обратите внимание, что мы продолжаем вязать 2 лицевые, 2 изнаночные над 2 лицевыми, 2 изнаночными предыдущих рядочков. То есть резинка 2 на 2. Провязав дальние вот эти петельки, задние спинки нашей шапочки, 18 петелек, я перейду на второе ушко. И вот здесь на втором ушке у нас заканчивается также 2 изнаночными петлями. Лицевые 30 петель я провяжу, продолжая вязать резиночку 2 на 2. То есть, смотрите, у нас конец 2 изнаночные на ушке. Дальше я буду вязать 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные и так далее. И у меня должно закончиться вязание передних петелек 2 лицевыми. Для того, чтобы перейти на второе ушко, у нас уже начнется вот они, 2 изнаночные. То есть сейчас для удобства вязания я вам предлагаю взять либо маркер, либо булавочку, то есть неважно что абсолютно, и отметить начало ряда. Оно у нас будет между передней стороной и первым ушком. Вот так вот. То есть вот они, передние петельки и начало первого ушка с 2 изнаночных. Вот здесь я ставлю маркер. Честно говоря, я уже вязала предыдущие шапочки и знаю, как легко потеряться при вязании по кругу вот так вот между ушками. Казалось бы, вяжешь здесь перед, потом переходишь здесь перед. Вот чтобы не путаться, как раз таки нам нужен вот этот маркер. То есть этим маркером я отметила начало ряда, и сейчас до конца этого первого ряда уже по кругу я довяжу резинку 2 на 2 до вот этого маркера, чередуя 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные по кругу. Довязали первый ряд резинки 2 на 2. Если у вас закончилось 2 лицевыми в конце ряда, значит, вы распределили и посчитали все правильно. Сейчас еще один ряд мы провяжем по рисунку.
там, где 2 лицевые, 2 лицевые, там, где 2 изнаночные, 2 изнаночные. То есть сейчас от маркера начинаем двумя изнаночными петлями, дальше вяжем 2 лицевые, 2 изнаночные, и перед маркером должно закончиться вязание у нас на 2 лицевых петельках. Довязав второй ряд по рисунку резинки 2 на 2, я рекомендую вам на одну центральную спицу, вот эту получается по счету у нас сейчас она четвертая, первая, вторая, третья, четвертая, переодеть полностью все 30 петелек переда. На них и будет располагаться наш основной узорчик. А вот эти остальные петельки мы будем распределять на боковые стороны и на спинку нашей шапочки, то есть на заднюю часть. Итак, смотрите, мы довязали до нашего маркера. Сейчас полностью вот эти 3 спицы, первую, вторую и третью, провяжите узором резинки 2 на 2. То есть над двумя изнаночными 2 изнаночные, над двумя лицевыми лицевые. До тех пор, пока не дойдете до вот этой центральной, получается, нашей передней стороны 4 спицы. Дошли до нашей 4 спицы переда. И теперь посмотрите, у нас на спице начинается с 2 лицевых петельки и заканчивается 2 лицевыми петельками с обеих сторон, то есть одинаково. И если вы посчитаете количество лицевых петелек из 2 вот этих лицевых наших петелек столбик, то есть вот он первый столбик, вот он последний столбик, то у вас должно получиться всего 8 раз по 2 лицевые. То есть первый раз через 2 изнаночные, второй раз через 2 изнаночные, третий раз и так далее. Вот мы центральные 4 столбика из 2 лицевых оставляем, скажем так, пока в покое. Это у нас будут центральные петельки, на которых располагаться будут центральные 2 жгутика. А нам нужны как раз таки первые 2 столбика, вот он первый из 2 лицевых, 2 изнаночные, второй из 2 лицевых. И дальше получается 7 из 2 лицевых и 8 столбик из 2 лицевых через 2 изнаночные. Вот на этих, скажем так, 2 столбиках с одной и с другой стороны будет располагаться наш маленький жгутик центральный передний, то есть наш. Вот, по обеим сторонам центральных 2 жгутиков будет располагаться вот эти 2 маленькие, скажем, косички условные. Как мы их будем вязать? Уже начиная с третьего ряда мы формируем первый ряд раппорта в высоту. Итак, берем за дальние 2 стеночки, то есть вот они 2 лицевые. Берем, вводим спицу и за 2 дальние стеночки вяжем 1 лицевую. Дальше нам нужно сделать накид. Как мы его сделаем? Смотрите, как обычно делается накид вот таким вот образом. Просто накидывается рабочая ниточка. Но мы должны будем делать накид не такой, а перекрещенный. То есть, смотрите, мы снова натягиваем рабочую ниточку, подхватываем вот так большим пальчиком снизу рабочую ниточку и выводим вот так вот по пальчику петельку. Вот так я буду делать перекрещенную петлю. Провязали 2 петли вместе, одну сделали перекрещенную петельку для того, чтобы восполнить наши 2 лицевые петли. Затем у нас идут 2 изнаночные. Так и вяжем 2 изнаночные. Снова повторяем. Заводим за работу вот так вот 2 петельки за дальнюю стеночку, провязываем 2 лицевые вместе одной. И дальше делаем перекрещенный вот так вот накид. Дальше вяжем 2 изнаночные по рисунку, я буду вязать за дальние стеночки. Дальше у нас идут 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. То есть повторяем узорчик, резинка раппорта 2 на 2 резиночки нашей. И довязываем до 2 лицевых, это то есть 5-6 петля с конца спицы. Все пока вяжем по рисунку. 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. А на 2 лицевых последних столбиках переда мы свяжем снова вот такой вот узорчик из 2 косичек. Смотрите, 2 лицевые вяжем за дальнюю стеночку вместе 1 лицевой. И дальше делаем перекрещенный накид. 2 изнаночные. Снова 2 лицевые за дальнюю стеночку вместе 1 лицевой. Вот так вот. Будет, возможно, неудобно, так как это уголочек. Но вы постарайтесь. И дальше перекрещенный накид. Ниточку я завожу над пальчиком и перекрещиваю, делаю накид. Сделав вот такие вот
можно сказать, накиды и провязывание двух лицевых вместе в первом ряду. Следующий ряд мы свяжем по рисунку. То есть начинаем мы, как всегда, с двух изнаночных наш ряд следующий. И полностью всю заднюю сторону, включая ушко первое и второе, мы провяжем по 2 лицевые, 2 изнаночные по рисунку. Над двумя лицевыми 2 лицевые, над двумя изнаночными 2 изнаночные до вот этой спицы. Если вяжете на круговых спицах, лучше всего вот эти 30 петелек до конца ряда отметить с двух сторон маркерами, либо булавочками, для того, чтобы вам было проще ориентироваться, скажем так, на где у вас находится перед. Так как у меня чулочные спицы, то я просто их оставила на одной спице все 30 центральных петелек. Дошли до передней стороны. И у вас идет, смотрите, 2 вместе одной лицевой петли и дальше скрещенный накид. Вот эти 2 петельки мы свяжем двумя лицевыми. То есть, смотрите, первую вяжем лицевой петелькой и вторую вяжем лицевой петелькой. Дальше у нас по рисунку 2 изнаночные промежуточные. Мы так и вяжем 2 изнаночные. И снова первая лицевая, там где 2 вместе, и накид перекрещенный мы вяжем просто лицевой петлей. Снова 2 изнаночные. Далее 2 лицевые, 2 изнаночные и так далее. Вяжем по рисунку до 6 последних петелек на спице. То есть так ориентируемся по рисунку резинки 2 на 2. Вяжем лицевые 2, 2 изнаночные. А там, где у нас вот эти петельки узорчика нашей маленькой косички, то мы просто вяжем по отдельности 1 лицевая, 2 лицевая. Далее промежуточные 2 изнаночные. И снова 1 лицевая, 2 лицевая. Вот она, первая лицевая, вяжем лицевой. Накид перекрещенный вяжем лицевой. Далее промежуточные 2 изнаночные. И снова 1 лицевая и накид лицевая. Вот так вот. То есть второй ряд раппорта очень простой. Мы просто вяжем по рисунку чередование, как мы вязали 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. Центральные петельки мы пока не трогаем. Все вяжем резиночкой. Следующий ряд мы точно так же первую, вторую, третью спицу вяжем по рисунку резинки 2 на 2, пока ничего не меняем на этих спицах. А лишь дойдя до вот этой последней спицы, четвертой, с конца нашего маркера 30 петелек наших, то мы продолжим вязать, получается, уже третий ряд раппорта узора в высоту маленького жгутика. Дошли до 30 петелек. И теперь смотрите, на двух первых петельках мы должны будем снова формировать нашу маленькую косичку или маленький жгутик. Но в первом ряду мы с вами вязали узора 2 вместе одной лицевой и делали перекрещенный накид. То сейчас мы сделаем наоборот. Мы сначала сделаем перекрещенный накид на первую, скажем так, в начале спицы, на первую петельку. Затем вяжем вместе 2 петли одной лицевой за дальнюю стеночку. То есть как бы поменяли местами. Дальше вяжем 2 изнаночные по рисунку. И снова повторяем делать наоборот. Сначала делаем перекрещенный накид на спицу, а затем вяжем 2 вместе одной петлей лицевой за дальнюю стеночку. Теперь по рисунку у нас тут 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. Так продолжаем до 6 последних петелек, на которых у нас располагается вот он наш третий жгутик и четвертый жгутик, то есть маленькие вот эти вот жгутики по обеим сторонам центра шапочки. Дошли до 5-6 петли с конца ряда и снова делаем перекрещенный накид, затем провяжем 2 вместе петли там, где у нас 2 лицевые должны быть, одной лицевой за дальнюю стеночку, затем промежуточные 2 изнаночные петли. И повторяем перекрещенный накид и 2 вместе одной лицевой петлей за дальнюю стеночку. Вот так вот. И теперь следующий ряд мы точно так же первые 3 спицы провяжем по рисунку, чередуя 2 лицевые, 2 изнаночные. Дойдя до 4 спицы, вяжем по рисунку. Там, где у нас перекрещенный накид, мы вяжем лицевой, и там, где 2 лицевые вместе одной лицевой, вяжем также лицевую. Снова 2 изнаночные промежуточные по рисунку, перекрещенный накид вяжем лицевой и лицевую лицевой.
Затем вяжем по рисунку 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые. То есть чередуем резиночку 2 на 2. И снова над перекрещенным накидом вяжем лицевую. И над лицевой вяжем лицевую. 2 промежуточные изнаночные. И снова 2 лицевые. То есть как бы этот ряд получается, если проще сказать, то у вас по рисунку идут чередования 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. И так чередуем просто 2 лицевые, 2 изнаночные до конца этого ряда. Довязав до конца ряда, снова первые 3 спицы до вот этой центральной спицы переда, 4-й, вяжем по рисунку 2 лицевые, 2 изнаночные. А затем на центральных спицах мы повторяем, получается, узор сначала. То есть сейчас мы провязали 4 ряда в высоту раппорта узора нашего. И теперь повторяем этот же раппорт сначала. То есть вяжем 2 лицевые петли вместе, затем делаем перекрещенный накид. Затем вяжем 2 изнаночные по рисунку и снова 2 лицевые вместе. И после делаем перекрещенный накид. Вот так мы повторим и с другой стороны спицы на двух вот этих наших косичках. Все остальное вяжем по рисунку. Затем снова первую, вторую, третью спицу вяжем по рисунку, переходя на вот эту четвертую спицу, вяжем перекрещенный накид лицевой и лицевую петлю также вяжем лицевой. То есть чередуем 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые. То есть сейчас довязываем первый ряд до конца раппорта узора, затем второй по рисунку. И я вам покажу, как связать третий ряд для того, чтобы закрепить уже, скажем так, наши знания предыдущих провязывания рядочков. В третьем ряду с передней стороны делаем сначала перекрещенный накид на спицу, а затем вяжем 2 вместе петли лицевые, одной лицевой за дальнюю стеночку. Связали первую косичку, затем вяжем промежуточные 2 изнаночные петли. И снова делаем сначала перекрещенный накид на спицу, а затем вяжем 2 вместе одной петелькой лицевой. Теперь до последних 6 петелек на этой спице мы вяжем по рисунку 2 лицевые, 2 изнаночные, чередуя. А последние 6 петелек мы снова сделаем сначала перекрещенный накид, затем 2 лицевые вместе, провяжем 2 изнаночные, перекрещенный накид и 2 лицевые вместе. То есть с другой стороны довяжем до конца. И нам останется связать лишь 4-й ряд раппорта узора в высоту 2-го раппорта нашего уже по счету вверх. Вот, по рисунку, чередуя 2 лицевые, 2 изнаночные. Связали 2 раппорта узора и сейчас начинаем параллельно вывязыванию 3-го раппорта узора маленького вот этого жгутика. Мы будем уже параллельно вывязывать и центральные 2 жгутика. И с боковых сторон у нас будет 2 жгутика с одной стороны и с другой стороны по 2. Вот, поэтому при вывязывании следующего ряда мы уже будем формировать узорчик на полностью всей шапочке. Для вязания следующего ряда берем спицы большего размера и переходим на вязание первого ряда основного узорчика. Так и вяжем 2 лицевые. Дальше у нас идут 2 изнаночные, мы вяжем над ними 2 лицевые. И снова 2 лицевые, вяжем 2 лицевые. То есть, смотрите, фактически мы с начала ряда провязали 2 изнаночные начальные, затем подряд 6 лицевых. Дальше вяжем 2 изнаночные и снова вяжем 6 лицевых. Над 2 лицевыми 2 лицевые, над 2 изнаночными 2 лицевые и над 2 лицевыми 2 лицевые. То есть, вот так вот, смотрите, мы провязали центральные наши на ушке, центральные 2 жгутика. 6 лицевых, 2 изнаночные, 6 лицевых. И по краям у нас по 2 изнаночные. Вот так вот. 2 жгутика из 2 полосочек лицевых с одной и с другой стороны. И по краям 2 изнаночные с одной и с другой стороны тоже 2 изнаночные. Вот они наши центральные, можно так сказать, жгутики. Дальше заднюю сторону нашу мы будем вязать узором двойным жемчужным. Поэтому чередуем лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная до тех пор, пока мы не дойдем до... На другом ушке нам нужно оставить 2 изнаночные
6 лицевых, 2 изнаночные, 6 лицевых и 2 изнаночные. Вот я сразу 2 изнаночные эти перенесу на то ушко. И сейчас я вам скажу, сколько петелек я провяжу для узора двойной жемчужной вязкой. Я связала одну лицевую, дальше вяжу изнаночную. Лицевую, изнаночную, это уже 4 петли. Лицевую, изнаночную, 6. Лицевую, изнаночную, 8. Лицевую, изнаночную, 10. Лицевую, изнаночную, 12. Лицевую, изнаночную, 14. Лицевую, изнаночную, 16. Лицевую, изнаночную, 18. То есть я провязала 18 с задней стороны нашей петелек узором путанкой. И теперь перехожу ко второму ушку, вяжу 2 изнаночные, дальше 6 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, по центру ушка 2 изнаночные, 6 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 2 изнаночные. И посмотрите, вот таким вот распределением раппорта вы должны дойти до передней части, то есть там, где у нас четвертая спица. Четвертую спицу мы начинаем вязать первый ряд раппорта узора высоту, уже третий раппорт высоту получается от начала. Вяжем 2 вместе одной лицевой и дальше делаем перекрещенный накид. Это с маленьким жгутиком первым делаем такое. Затем промежуточные 2 изнаночные, так и вяжем 2 изнаночные. И снова повторяем 2 лицевые вместе одной и перекрещенный накид. Затем у нас идут 2 изнаночные. Довяжите 2 изнаночные. Вот эта часть наша будет неизменна от начала практически до конца вязания высоты шапочки. Затем у нас идут 4 столбика по 2 лицевые, которые мы оставляли для центральных жгутиков. Поэтому вяжем 6 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 лицевых должны располагаться над 2 лицевыми, 2 изнаночными и 2 лицевыми. Дальше центр шапочки переда, это 2 изнаночные, так и вяжем 2 изнаночные. И дальше снова 6 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5 и 6. И 2 изнаночные. Дальше у нас остаются лишь только маленькие вот эти жгутики. Вяжем 2 вместе одной лицевой. Далее перекрещенный накид. Промежуточные 2 изнаночные петли. 2 вместе лицевой. И перекрещенный накид. Вот так мы связали первый ряд распределения нашего узора. И теперь нам нужно следующий ряд связать по рисунку, чередуя 2 лицевые, 2 изнаночные, но при этом у вас уже с боковых сторон по 6 лицевых, с передней стороны по 6 лицевых 2 раза и со второй стороны боковой 2 раза по 6. Между ними изнаночные петли. То есть мы над 2 изнаночными в начале следующего ряда вяжем 2 изнаночные. Дальше у нас идут 6 лицевых, 3, 4, 5, 6. По центру ушка 2 изнаночные и снова 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затем 2 изнаночные. Центральная с задней стороны у нас узор двойная жемчужная, поэтому тоже вяжем второй ряд по рисунку, чередуя над лицевой петлей вяжем лицевую, над изнаночной вяжем изнаночную и чередуем лицевая над лицевой, изнаночная над изнаночной. Все 18 петелек. Затем, переходя на следующую спицу, на боковую сторону второго ушка, нам нужно также связать 2 жгутика, то есть наши 2 раза по 6 лицевых, а в промежутку между жгутиками 2 изнаночные и по обеей стороны от жгутика с обеих сторон по 2 изнаночные. То есть вот, смотрите, вяжем в начале 2 изнаночные, 6 лицевых нашего жгутика, по рисунку, по центру ушка второго 2 изнаночные промежуточные и 6 лицевых для второго жгутика с другой стороны. И для перехода на переднюю сторону у нас 2 изнаночные. Затем 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. Это наша, получается, вторая
скажем так, часть. Вот она первая часть, вот она вторая часть или наоборот. По нашему рисунку сейчас у нас без изменения вяжется. Над двумя лицевыми 2 лицевые, над двумя изнаночными 2 изнаночные. А по центру у нас 6 лицевых, 2 изнаночные и 6 лицевых. Я думаю, что здесь самостоятельно вы довяжете до конца. Главное, ориентируйтесь, что где у вас лицевые, там вяжете лицевые. Там, где изнаночные, вяжете изнаночные. В третьем ряду нам нужно сделать снова перекрещивание вот здесь вот маленького нашего жгутика. Но при этом в третьем ряду раппорта узора двойной жемчужной вязки нам тоже нужно сделать изменения. Поэтому первую спицу боковой стороны мы провяжем по рисунку. То есть над лицевыми лицевые петли, над изнаночными изнаночные. А затем при переходе на спинку шапочки мы сейчас немножечко поменяем систему. То есть там, где у нас были лицевые, мы будем теперь вязать изнаночные, а там, где вязали изнаночные, теперь будут лицевые. То есть вот так, смотрите, сейчас у нас первая идет лицевая, мы вяжем над лицевой изнаночную, а над изнаночной следующей вяжем лицевую. И так продолжаем чередовать изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая до конца 18 петли задней стороны. То есть просто в шахматном порядке теперь вяжем те же лицевые, изнаночные, чередуя со смещением на одну петлю. То есть над лицевой вяжем изнаночную, а над изнаночной лицевую. Вот так вот в шахматном порядке. Теперь другую сторону над вторым ушком вяжем по рисунку. 2 изнаночные, 6 лицевых, 2 изнаночные, 6 лицевых, 2 изнаночные. И затем у нас в третьем ряду нужно, еще раз повторюсь, перекрестить маленькие жгутики. Сейчас довяжем второе ушко и снова будем делать перекрещивание. Дошли до центральной спицы. И теперь, смотрите, сразу же делаем перекрещенный накид, подтягиваем его хорошо. И вяжем 2 вместе одной лицевой петлей. Вот эти 2 лицевые наши. Затем 2 изнаночные промежуточные по рисунку. И снова делаем сразу же перекрещенный накид. И 2 вместе лицевые вяжем одной. Теперь промежуточные 2 изнаночные довязываем. По рисунку сейчас у нас 6 лицевых, 2 изнаночные, 6 лицевых. Так и вяжем все. И дойдем до вторых маленьких жгутиков. И точно так же делаем сначала накид, затем провяжем 2 вместе лицевой петлей одну. И снова 2 изнаночные промежуточные, накид, 2 вместе одной лицевой. Четвертый ряд мы провяжем по рисунку, как легли петельки. То есть смотрите, над лицевыми вяжем лицевые, над изнаночными изнаночными. При этом четвертый ряд, это у нас совпадает с четвертым рядом вот этого узорчика. То есть сейчас мы, получается, при переходе на уже основной рисуночек по кругу, вяжем четвертый ряд, и четвертый ряд — это заключительный ряд раппорта узора в высоту маленького жгутика. То есть вяжем по рисунку над двумя изнаночными 2 изнаночные, над 6 лицевыми 6 лицевых. Точно так же и здесь на узорчике по 2 лицевые, чередуя через 2 изнаночные. Над задними петлями путанки так и вяжем над изнаночной петлей изнаночную второй ряд, над лицевой лицевой лицевую петлю, над изнаночной изнаночную, над лицевой лицевую, то есть второй ряд узора путанки или четвертый ряд нашего раппорта. Довязали четвертый ряд, и это получается третий раппорт узора закончился в высоту маленького жгутика. И смотрите, закончился первый раппорт узора путанки двойной. То есть сейчас мы будем повторять узор путанка заново, начиная с первого ряда распределения узора. Затем сейчас будем перекрещивать боковые, центральные, спереди вот жгутики большие. И параллельно вывязывать первый ряд раппорта узора вот этого маленького жгутика. То есть сейчас самый, в принципе, самый сложный ряд. По счету сейчас это пятый ряд от начала вывязывания узора после резиночки. И сейчас это как раз таки первый ряд, когда мы будем начинать повторять снова маленькие косички, вот эти жгутики. И снова повторять сначала с первого ряда раппорт узора путанки. Это я еще раз повторяюсь для того, чтобы вы поняли, что мы сейчас будем делать. Начнем мы вязание с боковой стороны, потому что у нас здесь начало ряда, поэтому вяжем
2 изнаночные петли, первые по рисунку, как ложатся петельки. Затем нам понадобится уже дополнительная спица для кос, либо можете использовать в принципе любую прямую спицу. Сейчас отправляем рабочую спицу вот так вот за работу левую и на нее переснимаем первые 3 петельки. Оставляем их за работой. Дальше 4, 5, 6 петлю вяжем лицевыми петлями на правую спицу. Затем подтягиваем с дополнительной спицы оставленные 3 петли. Ниточку отправляем за эту спицу, то есть чтобы нам удобно было вязать. Хотите, можете переснять на рабочую спицу. Хотите, можете сразу же со спицы вязать. Я буду сразу же со спицы с дополнительной вязать. Первую, вторую и третью оставленную лицевую петлю лицевыми петлями на правую спицу. Таким образом, я сделала перекрещивание 6 первых петелек в правую сторону. Теперь мне нужно связать 2 промежуточные изнаночные петельки. И дальше у нас идут 6 лицевых, которые мы должны перекрестить с наклоном влево. Для этого берем, переснимаем первые 3 лицевые петельки на дополнительную спицу и оставляем их перед работой. Дальше 4, 5, 6 лицевую петельку вяжем лицевыми петлями на правую спицу. И подтягивая с оставленной дополнительной спицы вот эти петельки, подтягиваем их и первую, вторую, третью петлю вяжем лицевыми на правую спицу. И у нас остается довязать до конца этой спицы боковой всего лишь 2 изнаночные петли. И мы с ней закончили. Посмотрите, что у нас должно получиться. У нас должно быть перекрещивание в правую сторону, перекрещивание в левую сторону. А между вот этими жгутиками у нас по 2 изнаночные со всех сторон. Сначала, в середине и в конце. Переходим на узор путанка. Задняя наша стеночка. И мы начинаем чередовать. Над изнаночной первой вяжем лицевую петлю. Над второй лицевой вяжем изнаночную петлю. И так и продолжаем. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И так 18 петелек вяжем по узору путанки двойной до конца второй спицы. То есть здесь на второй спице мы ничего не делаем. Просто вяжем первый ряд раппорта узора двойной путанки. Хотите, можете отдельное видео посмотреть, как вязать вот этот узорчик, кому непонятно. И теперь переходим ко второму ушку. Второе ушко мы повторяем, как и первое. Сначала вяжем 2 изнаночные петли по рисунку. Затем берем дополнительную спицу и на нее переносим, отправляем вот так вот спицу за работу. И на нее переносим 3 первые лицевые петельки. И оставляем за работой нашу спицу. Теперь 4, 5, 6 петельку вяжем лицевыми. Теперь поправляем вот эту оставленную за работой спицу, отправляем рабочую ниточку за нее и переснимаем с нее 3 петли, оставленные за работой лицевыми петлями на правую спицу. Теперь у нас 2 промежуточные петельки изнаночные. Сделали перекрещивание в правую сторону, теперь должны сделать перекрещивание в левую сторону. Для этого берем дополнительную нашу спицу. На нее переснимаем 3 первые лицевые петельки из 6 оставшихся и оставляем перед работой. Дальше 4, 5 и 6 петельку вяжем лицевыми петлями на правую спицу. И подтягиваем оставленные петельки перед работой и точно так же вяжем их лицевыми петлями на правую спицу. До конца второй боковой стороны у нас остается всего лишь 2 изнаночные, которые мы довязываем на правую спицу. И сделали аналогично передней, первой стороне вот той передней спицы, сделали вторую спицу точно так же, с перекрещиванием сначала в правую сторону, затем в левую. И у нас остается лишь только довязать последнюю спицу. И она, пожалуй, самая сложная из всех. Смотрите, сначала мы делаем маленький жгутик. Вяжем 2 вместе одной лицевой. И делаем перекрещенный накид. Затем 2 изнаночные. И снова 2 вместе одной лицевой. И делаем сразу же перекрещенный накид. Освободились от маленьких жгутиков. Довязываем 2 изнаночные. И берем в руки дополнительную спицу. Будем перекрещивать большие центральные жгутики. Отправляем рабочую спицу за работу. И на нее переснимаем 3
первые лицевые петли. Оставляем дополнительную спицу за работой. Дальше вяжем 4, 5, 6 петлю лицевыми. Затем с дополнительной спицы провязываем 3 оставленные лицевые, подтягивая аккуратненько рабочую ниточку. Теперь вяжем центральные промежуточные 2 изнаночные петли и снова берем в руки дополнительную спицу, на которую переснимаем 3 первые лицевые петли из 6 лицевых со второй стороны и оставляем на дополнительной спице перед работой. Четвертую, пятую, шестую лицевую вяжем на правую спицу. Четвертая, пятая и шестая лицевыми петлями. Затем с дополнительной спицы, оставленной перед работой, переснимаем лицевыми петлями на правую спицу. Вот так вот провязали лицевые. Дальше у нас 2 промежуточные изнаночные, так и вяжем 2 изнаночные. Затем 2 вместе вяжем 1 лицевой и делаем перекрещенный накид. 2 промежуточные изнаночные, снова 2 вместе 1 лицевой и делаем перекрещенный накид. Все, самое сложное позади. Мы сделали ряд с перекрещиванием маленького жгута, больших вот этих жгутиков 2, боковых жгутиков. Сзади связали узор путанка. Здесь тоже сделали боковые жгутики с другой стороны, аналогично передней, первой стороне. И теперь нам нужно лишь только довязать, получается, до конца ряда, что мы сделали. И теперь следующий ряд, то есть все четные ряды, я не буду вам показывать. Будем вязать все по рисунку. Там, где у нас 6 лицевых с перекрещиванием, вяжем 6 лицевых. 2 промежуточные изнаночные, так и вяжем 2 изнаночные. Точно так же и здесь. 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые. Здесь 6 лицевых, 2 изнаночные, 6 лицевых. То есть все вяжем по узору, по рисунку, как ложатся петельки. Это у нас сейчас 6 ряд. Узор путанка также каждый четный ряд вяжем по рисунку, как ложатся петли. Над лицевой вяжем лицевую петлю. Над изнаночной вяжем изнаночную. И так очередуем лицевая и изнаночная по рисунку заданному в нечетном ряду. В седьмом ряду первую спицу вяжем по рисунку. 2 изнаночные над 2 изнаночными, 6 лицевых над 6 лицевыми, 2 изнаночные, 6 лицевых и 2 изнаночные. То есть первая спица по рисунку. На второй спице нам нужно поменять узорчик в шахматном порядке. То есть над лицевыми мы вяжем уже изнаночные петли, а над изнаночными петлями вяжем лицевые. Но при этом продолжаем чередовать изнаночная лицевая петля. То есть начинаем мы над лицевой вязать изнаночную, дальше лицевая. И так чередуем изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Третью спицу, как и первую, вяжем по рисунку. Над 6 лицевыми 6 лицевых, над 2 изнаночными 2 изнаночные. И лишь только на спице, где у нас передняя сторона шапочки, мы будем делать перекрещивание маленького жгутика. А с передней стороны маленький жгутик мы делаем сначала перекрещенный накид, а затем вяжем 2 вместе 1 лицевой петелькой. Снова 2 изнаночные по рисунку, перекрещенный накид и 2 вместе 1 лицевой. Все остальное вяжем по рисунку. Восьмой ряд это четный ряд, поэтому вяжем все по рисунку. Над лицевыми лицевые петли, над изнаночными изнаночные петли. В девятом ряду первую спицу вяжем по рисунку, как ложатся петельки. Здесь на второй спице узор путанка мы меняем в шахматном порядке. Самое главное запомните, что если вы связали 2 лицевых ряда, то есть над лицевыми петлями, то уже здесь вяжете изнаночные 2 петли, 2 ряда. Снова здесь над изнаночными 2 ряда лицевые петли, лицевых петель. То есть смотрите, чередуете просто по 2 ряда в шахматном порядке лицевая и изнаночная петля. Еще раз повторюсь, кто не знает, как вязать двойную жемчужную вязку, лучше посмотреть отдельное видео, чтобы вы поняли. Эту спицу я вам уже больше говорить не буду. Здесь просто чередуете 2 ряда то лицевые петли, то 2 ряда изнаночные, то 2 ряда лицевые, 2 изнаночные в шахматном порядке. Здесь точно так же 9 ряд вяжем по рисунку над лицевыми, лицевые, над изнаночными, изнаночные. И здесь все по рисунку, но не забывайте, что 9 ряд это уже первый ряд раппорта следующего узора вот этой маленькой
косички или маленького жгутика. Поэтому вы точно так же начинаете провязывать 2 вместе одной лицевой и делать перекрещенный накид. 2 вместе лицевой, перекрещенный накид. Здесь тоже я вам говорить больше не буду. Мы уже достаточно рядов связали маленького жгутика, чтобы вы запомнили, либо же можете отмотать видео назад. А большой жгут мы пока продолжаем вязать просто по 6 лицевых. То есть с одной стороны 6 лицевых, с другой стороны. И в промежутке между ними по 2 изнаночные. Мы, получается, с вами связали 5 ряд перекрещивания сделали. После него связали 6, 7, 8. И сейчас вяжем 9 ряд по рисунку. Нам нужно довязать еще 10, 11 и 12 ряд. В 13-м. В 8 ряду, получается, после первого перекрещивания мы сделаем снова перекрещивание. Поэтому сейчас нам нужно довязать, получается, перекрещивание в 5 ряду сделали, следующее в 13. То есть до 13 ряда сейчас вяжем по рисунку, перекрещивая в каждом втором, получается, ряду маленький жгутик. И здесь в каждом втором ряду менять в шахматном порядке лицевые и изнаночные петельки до 13 ряда. Довязали до 13 ряда, и сейчас в 13 ряду мы сделаем перекрещивание абсолютно всех жгутиков и поменяем узорчик на узоре путанка с задней стороны. Итак, начинается наш ряд с 2 изнаночных, так и вяжем 2 изнаночные. Затем берем дополнительную спицу и отправляем за работу 3 первые лицевые петельки из 6. Вот так вот, за работой. Дальше 4, 5 и 6 лицевую вяжем лицевыми на правую спицу. Затем с дополнительной спицы отправляем ниточку за нее и вяжем 4, 5 и 6 лицевую петлю или 1, 2, 3 оставленную за работой. Сделали перекрещивание в правую сторону. Теперь по рисунку у нас 2 изнаночные. Так и вяжем промежуточные 2 изнаночные петли. И дальше на дополнительную спицу отправляем 3 первые лицевые петельки со второй шестерки и оставляем перед работой. Дальше 4, 5, 6 лицевую петлю вяжем лицевыми на правую спицу. Затем с дополнительной спицы подтягиваем 3 первые оставленные перед работой петли и провязываем правыми лицевыми на правую спицу. Дальше довязываем до конца первой спицы 2 изнаночные петельки. Все, сделали перекрещивание то в правую, то в левую сторону. И затем переходим на узор путанка. Узор путанка мы меняем местами в шахматном порядке. То есть сейчас у нас это чередование лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Над лицевой вяжу изнаночную, а над изнаночной лицевую. На второй стороне ушка также делаю перекрещивание. 2 изнаночные вяжу по рисунку. Дальше 3 первые лицевые оставляю на дополнительной спице за работой, чтобы сделать перекрещивание в правую сторону. Затем 4, 5, 6 лицевую довязываю лицевыми на правую спицу. И затем с дополнительной спицы подтягиваю петельки, ниточку отправляю за работу, вяжу первую, вторую и третью лицевую петлю на правую спицу. Дальше промежуточные 2 изнаночные петли у нас. И теперь снова снимаем первую, вторую, третью лицевую на дополнительную спицу и оставляем перед работой. Четвертую, пятую, шестую лицевыми перевязываем на правую спицу. Затем подтягиваем красиво петельки наши, оставленные перед работой. И с них с дополнительной спицы вяжем первую, вторую, третью лицевую. До конца этой спицы нам нужно довязать 2 изнаночные оставшиеся петельки. Сделали наклон вправо-влево. И дальше переходим вот этой передней части шапочки. Делаем сначала перекрещивание маленького жгутика. Для этого провязываем 2 лицевые вместе одной. Делаем перекрещенный накид. Ниточка вот так вот перекрещенная, перевернутая. Дальше 2 изнаночные петли. Снова 2 лицевые вместе одной. И перекрещенный накид делаем. Дальше у нас 2 изнаночные и снова 3 первые лицевые петли из 6 отправляем за работу на дополнительную спицу, чтобы сделать перекрещивание в правую сторону. Запомните, сначала мы оставляем 3 за работой, а затем 3 перед работой. И так у вас не составит труда больше в дальнейшем
считать, что делать дальше и куда что перекидывать. Итак, провязали 4, 5, 6, дальше провязываем 1, 2, 3, оставленную за работой. Теперь у нас по рисунку 2 изнаночные спереди, центральные. Мы так и провяжем 2 изнаночные. Теперь 1, 2, 3 оставляем на дополнительной спице перед работой. И вяжем 4, 5, 6 лицевой петлей. И с дополнительной спицы нам осталось довязать 3 лицевые петли, оставленные перед работой. 1, 2 и 3. Дальше у нас по рисунку 2 изнаночные, 2 вместе 1 лицевой, затем перекрещенный накид делаем. 2 изнаночные, снова 2 вместе лицевой и перекрещенный накид. Следующий ряд и все последующие 7 рядочков нам нужно провязать по рисунку. Над лицевыми лицевые, над изнаночными изнаночные. Это что касаемо больших жгутов и изнаночных петель. А в каждом нечетном ряду еще параллельно перекрещивать вот эти маленькие жгутики и делать узор путанка в шахматном порядке. А так пока все вяжем по рисунку. При этом большой жгут нам нужно перекрещивать в каждом 8 ряду. То есть сделали перекрещивание в 5, теперь в 13 ряду. Дальше отсчитываем 7 рядочков. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. В 21 будем делать перекрещивание большого жгутика. Итак, нам нужно связать высоту в 3 перекрещивания. То есть смотрите, мы с вами 2 перекрещивания сделали, вам нужно довязать третье. И сейчас я вам скажу, сколько это сантиметров от начала резиночки. Это 12 сантиметров. И вот провязав 12 сантиметров, мы начнем вывязывать ушки для кошечки. Но уже до встречи во второй части, где мы с вами встретимся и завершим нашу шапочку, нашу макушку.